Следователям проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, по изъятым объектам назначен ряд необходимых исследований, допрошены потерпевшие и свидетели, изъяты и осмотрены записи камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 218 «Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом» Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время лица, причастные к совершению данного преступления, устанавливаются.